Всем привет, продолжаем мы прохождение игры European War 2 от компании EasyTech. Это стратегия, посвященная временам Второй мировой войны. Так, играем мы. Ну, я выбрал самую первую фракцию за Германию, поэтому играем сначала за Германию, а потом будем играть за другие нации. Так, все, здесь мы до конца я вот эту местность прокачал. Продолжали на нас наступать англичане. Сейчас мы здесь, где у нас поменьше больше осталось, еще добавим. Так, тут 8,8 под столицей. Там, ну, давайте сюда вот добавим, потому что тут пока столицу не обстреливают, а больше обстреливают пока вот эту вот провинцию. Кстати, вот это очень важная провинция, она нам 44 дает аж. Даже столица нам столько не дает. Сколько вот эта область дает. И нажимаем мы теперь конец хода. Сейчас, кстати, испанцы будут брать на себя англичан. Нам, может быть, будет немножко спокойней. Ну, вообще, сейчас я немного разобьюсь, и надо всех своих союзников нам уничтожить и взять, так сказать, все на себя. Так, ход теперь опять пришел. Ох ты, у меня тут, кстати, мало что-то осталось, как бы они не захватили меня вот здесь вот. Так, следующую. Так, давайте вот эти вот пока прокачивать. Снова завершаем свой ход. Bye.
Так, продолжаем здесь делать апгрейды. Потихоньку у нас здесь накапливаются уже силы на севере. Англичане нас здесь уже не смогут пробить. Итальянцы, как всегда, идут против Турции. Как мы тоже полностью прокачаем провинцию, дает она нам 34. Так, вот сюда нужно большой отряд перебросить, потому что там английский флот, он опять подплывает. Куда он будет наносить удар, пока непонятно. Так пока сделаем. Тут никто не подплывает.
Так, теперь нам нужно вот здесь вот, наверное, где-то прокачать. Провинцию. Так, что у нас? Сюда вот добавим. Сюда добавим. Сюда вот. Так, ну и все, на этом мы очередную нашу серию завершаем на сегодня. Всем пока.